Спасибо.
брати і сестри, ви священик до храма, я прошу вас, прости нас, всякі обиди, всякі осуждення, всякі неправди, все те, що в житті случається, що через годи, ми просимо хоч в цей день, щоб ви чисто-сердечно ви простили нам все наши прегрешения, которые мы каким-то образом задели вас. Простите нас, грешные. Бог да простит и помилует всех нас. Только к священнику, но вы можете друг к другу тоже подходить и просить прощения друг друга, потому